Всем привет, ребята! Сегодня мы будем снимать видео про цифровой цирк. И сегодня мы покажем фигурки, которые мы слепили из пластилина. Очень классные фигурки, Мотя. Да, мы очень сильно постарались над этими фигурками и потратили много времени для того, чтобы их слепить. Их тут немного, это же не все персонажи, да ведь? Да, два не хватает. Два персонажа, да, мы просто очень сильно утомились, и у нас просто терпения не хватило для того, чтобы долепить их. Но мы их обязательно долепим и покажем вам в следующем видео про цифровой цирк других персонажей, которых у нас получилось слепить из пластилина. Кого мы слепили в этот раз и кого нам не хватает, Мотя? Ну-ка, давай, покажи, расскажи вообще, кто это такие. Потому что вот я, если честно, мультик так поверхностно только смотрел, слышал, можно сказать, когда Мотя его смотрел, этот мультфильм. И, ну, ничего не знаю про этих персонажей, кто там, что, куда. Ну так, в двух словах могу, конечно, там... рассказать. Я даже по именам их не помню. Вот расскажи, кто это такие? Ее зовут Грингл. Она выглядит вот так вот, как ленты какие-то красные. Как будто какой-то кишечник. Да. С маской. А кто это вообще? Я не знаю. Это какой-то персонаж, который всегда грустный, и у него... И он выглядит как какая-то ленточка. Понятно. О, смотри, падает. Спасаем. Они у нас лежали в холодильнике для того, чтобы застыли и не падали. А они все равно падают. Вот этот чувачок очень тяжелый получился, потому что внутри проволока. А как вот его зовут, вот этого персонажа? Зубл. А кто он такой? Я не знаю, он сделан из каких-то всяких разных вещей. И это какая-то синяя нога, это какая-то закрученная нога. И вот тут как... Пружинка, да? Да, какая-то пружинка. Тут клешня краба какая-то. В общем, он из разных деталей. Тут обычная рука, да. Голова треугольная. На теле какие-то точки. На голове вот такие вот штучки, антенны какие-то. Глаза вот такие разных размеров. Угу. Да, очень интересный персонаж. А кого нам, кстати, не хватает? Вот ты сказал, двух мы не сделали. А кого мы не сделали? Ну, там есть персонаж... Вот, ну мы не сделали, там есть Кейн, это самый главный персонаж. Мы Кейна не сделали. Это который зубастый, да, да. С глазами во рту. Да. Ага, доделаем его обязательно. И кто еще? И еще... Кого? Да хватит падать, ну серьезно, дружище. Постой тут пару минут, пожалуйста. Упали. Кауфма. Кауфма? Да. Кейн и Кауфма, да? Да. Всё. Кауфма, он рассеялся, а он выглядел как это, помню, только он был совсем другой. И, ну, он всякие шутки им рассказывал. Понятно. Ну, доделаем тех, кого не хватает, обязательно, да, попозже покажем. И кто тут еще у нас? Всего мы сделали 6 персонажей из 8 получается, да? А этого, слушай, глючного Кейна тоже ведь надо сделать, наверное. Вот этот черный монстр с глазами, да? Будем его делать? Я думаю, да, надо его тоже. А я видел еще... я видел в кое-каком мультике 2 новых персонажа в этом... Ну... Не совсем новых, а их заменили. Вот. И вот тут вот вместо убрали, помни, и вот этого зайца. И там был вот этот заяц, это какая-то девочка. Заяц вообще непонятный. А помни, вообще там... Была как
какой-то непонятный. Все были какие-то непонятные. Ну, понятно, что все непонятно. Хорошо, вот это кто у нас? Это ее зовут Рогата. Она кукла какая-то. У нее есть на голове бантик, волос. И у нее платье такое зашито. У нее, значит, там оно как-то было порвано. Угу. Ну, мы сейчас расскажем про все персонажи, которые у нас есть, развернем и посмотрим с другой стороны. А у нее руки как варежки. Да, я вижу. Надо очень аккуратно вращать эту платформу, потому что это же все-таки пластилиновые фигурки, они там стоят и все время норовят куда-то завалиться, упасть. Поэтому будем делать это аккуратно. Это у нас что за персонаж? Это, помни, ее зовут так. Она типа какой-то клоун. Девочка, она вообще какая-то радужная. У нее все из красного и синего цвета. И желтого. У нее есть коричневые волосы. Она. И я еще в мультике видел, у нее четыре разных вида глаз были. О, ничего себе. Но они это очень интересно. С очками. А знаешь, что я обратил внимание на что, когда вот мы начинали смотреть мультик? Я его, конечно, не досмотрел. Тем не менее, что она очень сильно ругается, да? Да, а там нельзя ругаться и то получать. Вообще ну, непонятно. Да, все зацензурировано. Да. Понятно. А слушай, ты говоришь, вот Кейн главный персонаж, а разве не помни главный персонаж? Ну, помни и Кейн это два главных персонажа. Понятно. Но Кейн потом превратился в какого-то монстра, да? Нет. Нет? Нет. А, ну ладно. А, хорошо. А, Заяц, это кто у нас? Его зовут Джекс. Он все время всех обижает, оставляет где там, что-то подножки подставляет, он какой-то хулиган. Понятно, там, Заяц хулиган. Да, злой такой. Ясно, а что он еще делать умеет, этот Заяц? Все, весь видос пытаемся уравновесить этого дружбана. Что еще тут делает этот Заяц? Не знаю. Стой. А он, я помню, еще руку оторвал у этой штуки, которая падает все время, да? Да, и начал себе спину чесать. А она рукой такая задушила его. Прикольно. Такой. Да, это интересно. А персонажи... Очень ловкий сюжетный поворот. А там все персонажи, они, кстати, бессмертные. А, ну так потому что они внутри виртуальной реальности находятся. Да. А, там еще надо сделать глоинков. Это такие маленькие чувачки. Там они... Там в виде четыре разных фигуры они есть. И там есть... Круглая, квадратная, треугольная и в виде какой-то звезды есть. Понятно, прикольно. Да, этот чувак у нас вообще ни в какую не хочет стоять, все время норовит куда-то завалиться. Не нужно трясти стол, он от вибрации начинает падать. Ну и шестой персонаж у нас на сегодня, как его зовут? Королёв. Пусть полежит, отдохнет, да. Хорошо, пусть лежит. Королёр. А королёр это кто такой вообще? Что это такое? Это какая-то шахматная фигура в каком-то шубе какой-то. Королевской шубе, да, шахматная фигура. Мы сделали, мы в кое-каком мультике видели, у него есть вот такая палочка, но у него на самом деле нету. В мультике у него не было этой державы? Да, нету. Вообще. Но мы ее сделали. У него наверху такой плюсик, крест. Прикольная штука у нас получилась. Глаза да. Один внизу, другой наверху. Ну, все как из мультика. Да. Мы же ориентировались по кадрам из мультфильма. Ну, вроде получилось неплохо. Вот, ну, к сожалению, это не падает. Всех доделали. Хорошо, а королёр, он какую роль выполняет в этом мультфильме? Давай я буду разворачивать. Все время пугается там, что-то боится там.
короче, с ума сходит, как помнит. Сейчас вперед начнет заваливаться. Да что ж ты такой неустойчивый-то, а? Да пусть он отдохнет, полежит. Да, он уже отдохнул, полежал. Ну, более-менее получилось развернуть, да, и разглядеть со всех сторон наших персонажей. Надо, знаешь что, наверное, сделать им какие-нибудь подставки, чтобы они стояли тоже из пластилина. Под эту... Да, мы их доведем до ума, доделаем. И в следующем видео про наши поделки из пластилина мы покажем всех остальных персонажей. А мне больше всего еще понравилось вот это вот «Помни» и «Грэнгл». Это из мультика или из тех персонажей, которых мы сделали из пластилина? Из мультика, и из пластилина. Ну, я так скажу. Конечно, не все персонажи у нас получились идеально, так как в мультфильме они изображены, но мы старались... И, ну, приложили немало усилий для того, чтобы их сделать. Да, всем, конечно, нужны подставки, потому что все уже устали сниматься в нашем ролике. Все хотят отдохнуть. Вот. В следующей части, когда будем показывать других персонажей, они уже будут стоять на подставках и не будут падать. Кстати, вот, обрати внимание, вот эти четыре чувака, они ни разу не упали. Падают у нас только вот этот персонаж и... вот этот. Нет, Королёв падает. Да, один раз, но это еще до того, как мы начали снимать видео. Друзья, если вам понравились наши самоделки из пластилина, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Да, если не подписаны на канал, подпишитесь и нажмите колокольчик. Нам нужно сделать обычного Кауфма и зараженного Кауфма, который осеялся там. Икейна еще. Хорошо, давай, Мотя, ты скажешь, каких персонажей нам сделать, и мы их сделаем. И... давай зараженного Кауфма, клоуна обычного Кауфма и этого, как его будет. Ты список составишь, и мы по списку всех и сделаем. Все, давай, кстати, Пятюню. Я их еще рисовал всех. Тысяч. Молодец. А где, кстати, рисунки? Ну, у меня... Ну, понятно. Ну, как-нибудь и рисуночки, может быть, тоже твои посмотрим. А мы можем, знаешь, как сделать? Сфотографировать их и добавить во вкладку «Сообщество» у нас на канале. Друзья, почаще заходите к нам во вкладку «Сообщество». Если она у вас не работает, включайте VPN, и вы сможете посмотреть те фотографии, которые мы туда добавляем. Все, всем пока, всем удачи, увидимся на канале. Мультик Бигги Ботик. Да, мультик Бигги Ботик. И Грэнгл, и Зубу, и Королёв, Рогата, и Джекстер, и Джекофма. Гоу-гоу, день след за днем, след за днем, след за днем, след за днем. Там... я не помню. Дальше что? Да я не помню. Ну, прикольная же песня, да? Я ничего не помню там. Может быть, ты и есть «Помни»? Нет. А, ты не «Помни». В мультике нет. Есть «Помни», а ты не «Помни». Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Нет. Да. Нет. Потому что ты ничего не помнишь. Выключи камеру. Ладно.